Всем привет, с вами Бартоломео, и сегодня мы будем... Дюбать! У вас двое? Эй, у тебя табуретка в голове. А это меня избивали сегодня. Ты так долго заходил, мы тебя будем избивать теперь. Аж табуретка застряла. Кого-то не хватает. Эй, слазь оттуда! Не будешь. Короче, сегодня мы расскажем новый дюб. Он есть на многих серверах. Ну как, на многих, на ФТБшных лаунчерах в основном. Мод называется Sunk. То есть это ячейка, которая нам позволяет создавать свою копию и телепортироваться. Ну то есть не только телепортироваться, а после смерти еще и... как-то... восстанавливается клон. Аватар. Да, клон. Ну, в общем, ячейки с клонами. Поставлю энергию сюда, чтобы сделать свою. Вы можете тоже это сделать. Стич, у тебя есть ГМ-ка? Я хочу. Раздай всем. Да. В общем, нужно взять нам такую штуковину, по ней ткнуть один раз рукой. Вот, она начала строиться, моделька наша. Что тут раздаешь? Креативные ячейки. Ну, можно подвести любую другую энергию и ждем, пока... Опа, не успела. Блин, гусик. Ладно, пока вы ждете, я могу ткнуть на нее в ГМ-ке два раза и получится моя моделька. Ну, ты что же додумался? О, классно! Смотри, моя! Так, секундочку, оп. И твоя готова. Отлично, но дальше нам нужна другая ячейка, которая называется Shell Storage. Мы ее ставим, например, сюда, и, например, вот сюда, не знаю, куда мы еще хотим, вот сюда. Они используются для телепортов, то есть для перемещения. А еще такая штука, не знаю, я ее никогда не использовал. Беговая дорожка, нет. А, это не к этой, да, это вроде бы... Это к вот этой, которая заряжает. К обычной, да, то есть если у нас нет обычной, ну, энергии, можно вот так поставить, заспавнить туда какую-нибудь овечку, и она будет... Ты должна бежать, овца. Здорово. Беги. Ну почему она не хочет бежать? В общем, сюда можно заспавнить моба, который будет бежать и создавать ваш клон. Хотя я попробую сейчас из ГМ-ки выйти. Нам это свинья надо. Свинюшку? Ну давай попробуем свинюшку. ГМ-1. Давайте возьмем яичко. Рюшки. О, все отлично. О, побежала. Ой, как здорово! Неадекватная хрюшка будет очень медленно строить мою копию. Но нам их можно до 4 штук ставить. Ну, логично. Вот. В общем, в чем заключается сам дюб? То есть мы должны, главное, сделать вот такую одну ячеечку и вот такую вот для телепорта. Дальше что мы делаем? Каждый входит в свой телепорт. Давайте их побольше поставим. Redstone сигнал подай к ним. Да, Redstone сигнал еще. Стич, поставь к ним. Гусик. Ты как-то влезла в нерабочую. Хорошо. Так, вот, работает, спасибо. Отлично. Вот, все мы повключали. Теперь. Ух ты, там какой-то кружок. Ты можешь выбрать, куда телепортироваться. То есть я телепортируюсь в свой аватар. Хренак, и улетел. Здорово. То есть сейчас я выйду из... То есть я вышел в аватаре. Далее, что мы делаем? Мы берем любую вещь, которую мы хотим дюпать. То есть, Стич. Стич, ты где? О, привет. Их два. Так, вы как-то с разных выходите. Сейчас ангел тоже. Оп, давай, заходи, выбирай другую. Хорошо. Какую мне... А, я могу в любое место. Ну, ты там тебе одну можно выбрать только. Твой аватар. Заходи, выбирай свой аватар. Вверх, окей. Ну, нет, гусик. Еще ты раз. Заходишь, и там есть твой аватар. Мышкой вверх, и потом кликаешь. Подожди, еще раз. Ты не помещаешься в нее. Ну, спасибо. А, все. Оп, уехала. И сейчас из той выйдет. Я видел душу. Душа такая. Да, я тоже заметил. Так, далее, что мы делаем? Кто-нибудь подготовьте команду кика, кто-нибудь дайте мне дюб вещь. Какую-нибудь ультиматку, да? А меня сейчас будете кикать, дай мне сначала ультиматочку какую-нибудь. У меня уже готова команда. А, у тебя готова, тогда дайте мне просто вещи какие-нибудь. Ну,
пока вы мне выкинете их, я сам быстрее наберу. Мы берем ультиматки, отлично, креативную ячейку, геймбой. Далее, что мы делаем? Гусик, смотри, когда я зайду в эту ячейку и скажу «давай», ты меня просто кикнешь. Давай. То есть нам нужно добиться того, чтобы нас кикнули. Можно закрыть лаунчер, можно поматериться в чат, чтобы вас кикнули, или же договориться с модером, который вас кикнет. Я не думаю, что модеры будут помогать в этом. Кстати, там фигурка до сих пор скроется. Фух, поехали. Я захожу сюда и выбираю вернуться на свою старую фигурку. Давай, вот раз, два. Как двери начнут закрываться, меня кикаешь. Раз, да. Два, три. Кикай. Так, гусик меня кикнул. Я захожу. И, ну, так как у нас прокси-система, меня выкинуло на лобби. Ангел. Так. Я тпшусь на ангела и выхожу... Из той же самой. Почему-то я тут вышел. Потому что, наверное, не сгенерировалась твоя... Нет, может такое быть? Стоп, а где мой аватар тогда? Вот, он внутри, видишь, остался? Хорошо. А, давайте так попробуем, где еще открыто у нас есть. Вот у меня ячейка. Я ее выкидываю, захожу и перемещаюсь на ту ячейку, где я был. Угу. Угу. Так, перемещаюсь, выхожу и угадайте, что у меня есть. А! Ух ты! Только у меня куда-то ультиматки пропали, но это не беда, да? Зато мы это дюхнули. Давайте кто-нибудь теперь попробует, а я, ну, посмотрю за вами. Давайте, ГМ1. Давай попробуем дюхнуть вот просто ванильные алмазы. То есть мы берем стак алмазов. Так, Стич, давай ты будешь. Давай, попробуем. Вот так тебе, давай вот так. Ку. Вот накопал стак алмазов, блоков. Теперь... Заходи в будку, в любую, и скажешь, когда ты будешь перемещаться, то есть скажешь, там, давай. Когда двери закрываются, можно кинуть. Так, чуть да. Чуть позже, после того, как поехали. Двери закрываются. А я почему-то вот этого кикнул. Оу-оу-оу, почему-то я зашел сюда, выпустите меня. Но все равно у него дюбнется. Стич. Ну, ты заходишь или нет? Я зашел. Так, у тебя есть алмазы? Вот, алмазы, да. Выкидывай их. Ну просто выкинь их, ку-ку-ку нажми. Сейчас, секундочку. У тебя в цесне. Мне. Стич, ты их считаешь, что ли? Все ли на месте? Алмазы, алмазы, вокруг одни алмазы. А у меня еще есть эти ячейки. Так, вот я посмотрел твой инвентарь, а теперь заходи и возвращайся вот в этого аватара. Вот я все вот выкину. Да я понял, заходи теперь, возвращайся в этого аватара. Смотрите, сейчас душа пролетит мимо, тут такая черная. Оп! О, да! Стич, класс. Есть алмазы? Алмазы! А ну-ка, не алмазы! Здорово! В общем, вот таким способом можно очень легко дюпать вещи, просто нужно... Ну, можно или крашить лаунчер, или закрывать его, или просить, чтобы вас кликнули. Эх... Андычима до сих пор строится. Да, получается, главное сделать одну свою фигурку, и с помощью нее можно... Мне так нравится эта фигурка. Слушай, у тебя табуретка в голове осталась. Я не вижу почему-то табуретку. Ты похожа. Да, сложно. Не похожа на меня. Ты что, пошел опять алмазы дюпать? Я тебе сейчас... А, я тебя вытащил, слушай. Стоп, куда? Странное сейчас было что-то. Я перепутал команду и тпшнул тебя к себе. Где алмазы? Вот сейчас он должен. Ты телепортировал его душу. Давай, опять заходи, Стич, заходи опять. Опять алмазы? Не-не-не, это те алмазы. Не-не-не, Стич, заходи опять. Да. Ну, улетай. Улетай. Вы нарушили правила. Угу. Зашел? Да. Лечу к тебе. Давай, лети ко мне. Вот у тебя алмазы, получается, остались в руке. И вот в этой фигурке тоже должны быть алмазы. Ну, это мы прогоняем по сотому кругу уже дюб. В общем, что могу сказать? Подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Бартоломео, Дечима, Ангел и Стич с табуреткой в голове. Пока-пока. Всем пока-пока. А мы будем дюпать алмазы дальше.